Александр Степанович Стариковский родился 20 декабря 1914 года в деревне Ольгино Москаленского района Омской области. Он рано осиротел и воспитывался в детском доме. Получил начальное образование и работал в колхозе. После службы в армии в 1938 году вернулся в колхоз, но почти сразу отправился воевать с белофинами. Июль 41-го он встретил на Дальнем Востоке в пограничных войсках, а в марте 43-го возглавил минометный расчет 102-й стрелковой дивизии на Первом Белорусском фронте. 7 сентября 1944 года сержант Стариковский при прорыве обороны противника возле польского города Ружаны в числе первых переправился через Нарев, участвовал в захвате и удержании плацдарма. Александр Стариковский автоматным огнем отрезал вражескую пехоту от самоходных пушек, подпустил врагов на близкое расстояние и расстрелял в упор. Звание Героя Советского Союза Александру Степановичу Стариковскому было присвоено 24 марта 1945 года. Он также награжден орденами Ленина, Отечественной войны второй степени и медалями.